сервися. Кто знаком со многими моими видеороликами, касающимися быстросборных гирей, других спортивных снарядов и все видеоролики, коснуться хотел бы надеяться довольно интересной темы. Вот показана норма спортивных клубов, которая посещается выполнение оригинального упражнения. Можно ли такое упражнение назвать многократный крест на клубе? Как говорят, цельный мини-гири. 4 килограмма. Не более 4 килограмма. Вот. Это поверьте на слово. Есть, правда, еще и 2 килограмма. Не виделось. Вот. Гири 5 килограмм. Попробую вообще из 5. Вот ставлю положение, выводя вот, в затруднительном положении гири. Стараюсь выводить на горизонталь при таком затруднительном хвате. То есть пронаторный хват, супинаторный хват, все возможно. Разновидности. Попробуйте. Пятерками пошло на 6 раз. То есть пятерка. Давайте возьмем шестерки. Вот такая градация движений весов цельных мини-гири. Ну, одна шестерка. Эти масла, да, шестерка. И попробовал шестерка. Очень трудно сказать, можно ли такое выполнение упражнения признать удовлетворительным. На результат очень тяжелого возраста. Каждый килограмм идет в падение гиридесима, альпинистской прогрессии. Ну, значит, 6, 10, 4, это 2 раза. То есть шла речь в одном видеоролике о том, что может действительно требуется разбор мини-гири с градацией изменения веса в смножку килограмма. Но упражнения есть много разновидностей. Например, вот такая разновидность, скажем. Это можно назвать крестом. И вот попробуем. Такой крест. Берем вот так. Вот, держим. И наклониться в таком положении. Нет. Назвать это выполнение упражнения нельзя. То есть, как говорят, крест. Во-первых, повнизированный клуб, да еще в наклоне. Ну, с каким весом? Вот так вот. Можно вообще хотя бы задать вопрос сильнейшим мира всего. А как? Вот так, как попрогрессировать можно вот так? По мере возможности, необходимости. Вот продолжим еще видеоролики всем теме. Вот. А покуда, концентрируя видеокамеру, вот. Люблю еще раз, да вот, пожалуйста, да. Вот на чем, для полного убеждения, традиционно скажем, до свидания, до новых встреч.